Краевом управлении ФСБ поздравили действующих офицеров и ветеранов службы. На мероприятии присутствовали губернатор, председатель законодательного собрания края, руководители силовых структур. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб, выполняя служебный долг. Новые условия настоятельно требуют от нас дальнейшей мобилизации усилий, повышения ответственности и профессионального мастерства. Уверен, что мы и дальше с честью будем выполнять возложенные на нас президентом Российской Федерации, руководством ФСБ России задачи. Почетными грамотами и медалями офицеров наградил губернатор края Вениамин Кондратьев, отметил слаженную работу органов безопасности и региональной администрации, а также борьбу с коррупцией. Благодаря управлению ФСБ на Кубани в этом году предотвратили ущерб на сумму больше 5 миллиардов рублей. Кроме этого, обезвредили подельников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Если мы сегодня говорим, что на территории края, слава богу, нету взрывов и нет терактов, это еще не значит, что они не планировались. Речь идет о том, что они вовремя были вскрыты и пресечены. И просто не дошло до конкретного приведения этой адской машинки в движение. Вот это тоже надо признать. И когда говорят, а вам, может быть, везет, нам не везет. Просто здесь люди пашут. И пашут днем и ночью. 5,5-миллионная Кубань может спокойно работать. Вот ваша служба, каждый из вас, в целом управление Федеральной службы безопасности по краю, это опора безопасности и гарант благополучия нашего региона и всей страны. Я хочу от имени депутатов законодательного собрания, от себя, я думаю, что и от жителей Кубани, выразить вам огромную благодарность за то, что 2016 год мы прожили спокойно. И очень надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Впереди у сотрудников ФСБ тоже много работы. Они будут обеспечивать безопасность на Кубке Конфедерации в следующем году и чемпионате мира по футболу в 2018.